нужны дрова. Нам нужно загораться. Нам нужно питание. Нам нужна подпитка. Мы не можем гореть. Что гореть должно? Что именно? Хорошо, давайте сейчас начнем. Что такое гореть? Вот на физическом. Вот у меня люди, зрители мои, у них вопрос. Что такое гореть? Пусть записывают все телезрители. Они, если бы знали, что будет потом, мы с вами, да, если бы знали, что будет через 20 лет, кто бы женился? Если бы знали вот эти трудности. Бог дает вот этот клей. И пока есть вот этот клей Божий, нам нужно развивать отношения. В подпитке не нуждается только Бог. Вот Бог самодостаточный. Наша жизнь как костер, в который мы закидываем что-то. Что-то закидываем. И вопрос, что мы закидываем. Вот это существенный вопрос. Закидываем мы иногда подчас такие странные вещи. Да. И себя закидываем.